Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю новых сил, здоровья, счастья, новых отношений с самим собой и с людьми, и с человечеством, и со всей Вселенной, со всей прекрасной природой. В Новом году будет нечто, которого никогда раньше не было, и это будет позитивное. Позитивное будет в том, что никогда раньше, ни в какие века, ни в какие сутки, ни в какие часы, ни в какие дни, ни в каких наших мыслях не было таких возможностей, как в этом новом году будут. Это возможности интернета. Кто захочет, кто потрудится, тот сможет найти любые контакты и дать себе такую реализацию, о которых он ни год назад, ни 10 лет назад, ни вообще никогда даже не помышлял. Мы в этом еще не жили. И поэтому мы даже себе это вообразить не можем. Потому что новая вот эта вот система коммуникации, вот эта связи, это нечто необыкновенное. Да-да. Вопреки всем обстоятельствам, и всем невзгодам, и всем неприятностям, вы увидите, если вы хотите, вы сможете быстрее, проще, короче достигать тех целей, о которых вы раньше и мечтать не могли. Да-да, это так и будет, потому что это позволяет сделать то, что сегодня бурно развивается, и то, что сегодня одновременно даруя нам эти необыкновенные возможности, конечно, сопряжено с большими неприятностями. Как всегда, злые силы борются с добрыми силами. И мы всегда, как добрые люди, потому что мы изначально люди нормальные, мы люди творцы, человек это творец. И на самом деле мы победим, вопреки всем невзгодам и обстоятельствам. Да, интернет открывает нам эти возможности. И это надо понять и почувствовать. Желаю вам здоровья, желаю вам счастья и больше причин для радости. До встречи, друзья. Будем здоровы, будем счастливы. Вместе мы сила. До встречи.